Привет, ребят, прошу прощения за то, что видео у меня сегодня без штатива, с рук буду снимать, но тут я случайно нашел ложки, в принципе, надо их выкидывать нафиг, вот, свои первые ложки. Паша Баранов снимал видео о том, какие типичные ошибки совершает начинающий ложкарь. Вот один в один то, о чем он говорил, ложки прямые и страшно глубокие. Я вырезал это стамеской, простой. Не полукруглой, такую глубокую. То есть понятно, что есть, если такой невозможно. Это можно чуть там черпать, наливать, вот, как половником, но и неудобно, поскольку она прямая. Но тем не менее, факт есть факт. Тут типично для начинающего человека, который режет ложки. Так, ну вот это какая-то там вторая или третья ложка. То же самое, посмотрите, глубокая. Здесь я уже начал как-то ручку поднимать, но тем не менее. Слишком глубокая ложка, которая явно не целесообразна. Вот это вот я, кажется, вырезал уже, не помню какой по счету, но вырезал в походе одним ножом. Она такая у меня в русском стиле, поэтому я ее специально не изгибал. Вот, самое главное, что вот это вот черпало я выбрал Морой компаньон. Ну, в данном случае потом еще его наждачкой запилил, и получилось вот так. Вот в походе просто вырезал, ел потом. Потом в походе уже ближе к концу вырезал вот такую ложку. То есть мне не понравилось, что она прямая, я стал делать кривую. Нашел палку изогнутую, расщепил пополам и стал делать. Но, видите, обратного изгиба вот, к ручке нету. Тоже, вот, кстати, это интересная ложка. Ложка интересна тем, что здесь вот как я ножом выбрал пузом своей Моры компаньон, так и оставил, то есть ничем не обрабатывал, ни шкуркой, ничем. Тоже, ну, слишком глубокая ложка, но я и ел, она нормальная, кстати. То есть они глубокие, но вот это уже нормальные ложки, ими можно вполне нормально есть, без дискомфорта. Это вот какая-то ложка не очень удачная, но из более поздних уже я резал. Там с ложкорезом, со всеми делами, здесь, видите, уже обратный наклон пошел. Она уже не такая глубокая, я уже и придал форму современной ложки, по шаблону делал, но это так, проходное. Ну, а сейчас вот не совсем ложка, это такой черпак для того, чтобы варить варенье, видите, с длинной ручкой, но тем не менее. То есть изгиб, профиль вот так у меня теперь сделан. Ну, насколько возможно, это все-таки черпак, он не глубокий относительно. То есть он не глубже, например, этой ложки, хотя пропорции у него довольно большие. Ну и все плоскости здесь, соответственно, я выверил. Но еще никак его до конца не доведу, двумя. Полностью вот так вот не отполирую. Вот отполировал уже, тут что-то не понравилось, ну и так далее. Ну ладно, всем спасибо за внимание. Смотрите видео, не совершайте типичных ошибок начинающего ложкореза. Всем удачи и до новых встреч. Пока.